17 сентября стартует курс общей биологии. Курс полугодовой и посвящен он биологии, как это ни странно. Большинству людей биология представляется как набор каких-то вспышек сознания, немножечко про генетику, немножечко про цветочки, немножко про эволюцию, немножко про анатомию. А на самом деле биология – это одна единая наука, и все ее части между собой взаимосвязаны. И то, как устроены наши зубы, какова у нас генетика, как мы себя чувствуем, как мы себя ведем, неизбежно связано с растениями, со строением клетки, с биохимией, с процессом эволюционным, с тем, какие живые существа жили в прошлом. И из всего этого можно нарисовать и то, какие существа будут в будущем. Для того, чтобы получить общую системную картину жизни на Земле и всех взаимосвязей внутри нее, надо изучать биологию от начала и до конца. И, собственно, этому и будет посвящен курс «Общая биология». Курс «Общая биология» будет полезен как всем интересующимся биологией, так и особенно студентам и школьникам, которые учатся на биологические и околобиологические темы и специальности, и особенно будет полезен школьникам последних классов, которым сдавать экзамены. Вместо того, чтобы нанимать репетиторов за большие деньги, вы можете ходить на лекции в центре Архе и получить, может быть, даже гораздо больше.